Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, мы продолжаем играть Infinite Tanks, у нас новый 12 уровень, танк вообще просто обалденный, посмотрите какой он угарный вообще, прям потрясающий, две у него пушки, и мы сегодня будем отправляться, мы прошли в прошлой серии полностью кампанию, ребята, и мы сегодня будем выполнять новые задания, которые у нас есть в Infinite Tanks, если вам, ребята, игрушка нравится, то вы можете поддержать нашу серию лайком. Ну что ж, давайте откроем награды, ежедневные награды и 3 эпические карты. Начнем с 3 эпических карт. Может быть, нам сегодня что-нибудь упадет очень-очень прикольное. Так, окей, давайте посмотрим, открываем сразу впереди. Так, у нас новые колеса, это прикольно, фиолетовые. Так, и еще у нас ежедневная награда, у нас 1200 нам падает. Бабу лесов на ваш счет перечислено. Ну, правда, здесь перечислением небольшие немножко бывают ошибочки, но тем не менее. Тем не менее, давайте посмотрим, у нас новые колеса. Я бы хотел посмотреть на новенькие колесики. Так, а как они у нас, подождите, они у нас 10-е, подождите, 12-е же выпали, 12-е колеса же выпали. А где они у нас, где они у нас, я что-то их не вижу. Что-то я их не вижу, подождите, вот они, вот они не прогрузились, получается, понятно. Вот шикарно. Вот это уже другой разговор, это у нас уже были зеленые, стали фиолетовые, это прекрасно. Так, давайте мы их сразу установим, и, соответственно, прям вообще будет все потрясающе. Модули. Можно посмотреть новые модули, у нас есть оба, мортира у нас выпал. Вот это хорошо, ребята, мортира, это просто прекрасно. Так, а еще что у нас здесь есть, это у нас, соответственно, антенну, давайте прикрутим. Так, прикрутим антенну вот сюда. И еще что-то у нас есть открытое, подождите, здесь столько всего, столько плюшечек, у нас столько вкусненького у нас есть, окей, антенна и мортира у нас есть, все, можно теперь выступать, и мы сейчас уже очень хорошо, в принципе, готовы к тому, чтобы начать наше путешествие дальше. Кампанию мы прошли от и до полностью, и у нас есть, соответственно, задания, которые мы еще не проходили, у нас они у нас получается 2 уровня идут, и 3 уровень есть. У нас 1 уровень мы полностью весь прошли, и мы можем отправиться, наверное, дальше. Наверное, вот сюда. Оборона в Африке. Так, погнали. Ну что ж, давайте поглядим, что у нас будет происходить в Африке. Защищать артиллерию — наша задача. И мы сегодня отправимся на уровне 12 уже, просто вообще невероятно, ребят, как мы добрались до такого уровня, это просто круто. Враг атакует наш артиллерийский аванпост. Оу, тихо, давайте-ка. Смотрите, как они встали-то на горе, как они вообще стоят здесь. И теперь все, конечно же, будет отражаться от того, что какие у нас будут соперники. И, соответственно, так, одного снесли, прекрасно. Перезаряжаемся, дальше атакуем. Второго уничтожили. Вот у нас, вот это вот хреново, то что, знаете, у нас напарник куда-то уехал один. Я вот этого, вот именно поэтому я переживаю. Так, уходим. Разворачивайся, бро. Так, снесли. Что-то он как бы не особо хорошо поворачивается. Вроде бы новые колеса у нас, новые, все. Все прям шикарно. Одного напарника у нас слили, это ужасно. Так. Поворачивается он не особо хорошо, но будем надеяться. Так, они что-то развернулись с той стороны? Где? Я не вижу. Где они, гады? Задание все сложнее и сложнее у нас появляется. Нам нужно найти укрытие где-нибудь. Тихо. Так, одного сняли. И второго сняли. Вообще красиво. Так, движемся. Попали. Ох, прям как хорошо пробили. Невероятно, так. Стой. Ну, напарник. Отлично, вам было выслано подкрепление. Ну, слава богу, продержались мы. Отлично, у нас подкрепление. Сколько? Один приехал всего лишь, да? Один, печаль, беда. А, к сожалению, мне пока мортира не нужна. Нам нужно действовать издалека. Мортира здесь не понадобится. Мортира, именно минометное устройство, нам очень хорошо подходит в городе. В каких-то в таких вот местах, где... Ой-ой-ой, ракеты, это плохо. Это очень плохо все. Ну давай же, попади. Так, уничтожили.
Давай, развернись, ну. Есть. Есть. Так, куда ж ты вперед тормешь-то так, а? Так, вам было выслано подкрепление, еще одно. Замечательно. Одного потеряли, одного выслали. Фух, задания становятся все труднее и труднее. Я даже не знаю, что будет дальше, потому что бывали задания вообще непроходимые. Ребята, вообще непроходимые. Нам нужно просто прокачиваться, прокачиваться, становиться круче и круче. Я думаю, с другой стороны, наверное, что будет нападение. Вообще, с разных сторон все это дело происходит, но надо смотреть. Да, вон они. Они сами автоматически поворачиваются, и значит, у нас где-то вон там будет... Вон там будет бойцы. Там будет техника как раз выезжать где-то. Почти слили, но... Попали. Отлично, второго тоже снял. Хорошо, работаем, 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 работаем. Третьего. Вообще замечательно, замечательно. Четвертого. Вау. Вау, минута, нам нужно минуту продержаться еще. Давайте, ребят, давайте соберемся, давайте продержимся. Я верю в вас, вы сможете. Так, у нас наша артиллерия. Две из них, я вижу, прямо хорошо подранены, прям вообще. Нужно, чтобы они уцелели. Наша задача, чтобы они уцелели. Нам будет вообще подкрепление еще одно. Так, одного нам должны дать. Я что-то не знаю, просмотрел я, наверное, или нет. А, ну вот тот в центре, это тот, который пришел к нам на помощь, видимо, да? Давайте, давайте, давайте. Где-то они едут, где-то они должны появиться. Вон там вот наверху. Неужели они там спрятались, нет? А возможно, кстати. Вон там у нас кто? Что-то я их там не вижу. Этих ребят не надо. Нет, нормально, силы противника не обнаружено. Задание выполнено с опережением графика. Хорошая работа, вау! Вот это мы затащили, ребята, вот это мы затащили, прекрасно, все потому, что у нас новые пушки, новые танки, если мы поехали, например, с 8 уровнем на это задание, у нас были большие бы проблемы, но с 12 уровнем мы затаскиваем пока, потому что следующие задания будут намного труднее, как же мы будем двигаться дальше. Ну что ж, давайте перехват сделаем, следующий у нас будет Middle East какой-то у нас будет, это походу у нас будет в городе, и в городе, если у нас происходят такие события, то мы можем использовать миномет. И он для этого просто невероятно хорош, потому что он может атаковать сразу по нескольким целям из-за угла, скажем, да? Вау, здесь прям самолет влетел в здание, посмотрите, какое жесточайшее, жесточайшая катастрофа. Так, я, пожалуй, обеду. Кто по мне попал, не понял. Издалека кто-то шибанул. Я пробую здесь вот так вот. Так, одного слили. Одного мы слили. Я постараюсь объехать с другой стороны. Блин, вот это здесь. Вот это здесь заруба. Я считаю, конечно. Так, одного снял. Второго снял, вообще красава. Подъехал к нашим на помощь. Так, нужно по центрам. Давайте развернемся, давайте развернемся. Ну, где они? Воу, они с тыла напали. Так, они слишком как ранены-то, а? Так, что-то у нас мортира не работает, погоди. На Ку же она должна. Она же должна на Ку работать. Так, нам нужно вон тех ребят замочить. А у меня, посмотрите, какие напарники уже убитые. Хламину. Они уезжают от нас подальше. Нужно было как-то сразу же стартовать, чтобы их уничтожить. Так, убрал. Там, наверное, справа еще бойцы, по-любому. Вон они, гады. Так, где же ты, а? Во, давай. Во, работает миномет. Работает. Так, попали, попали. Уезжаем, 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 уезжаем. Скрываем. О, нормально, как мы отъехали-то. Шикарно спрятались. Да ладно. Так, миномет у нас.
Офигеть, у нас проблема. У нас большие проблемы. Слили. И следующего, да, отлично. Так, кто это у нас такой? Кто это у нас так, а? С миномета убил, воу! Так, ребят, ну нам нужно, наверное... Нам нужно двигаться вон за теми звездочками, за теми товарищами. Ну, посмотрите, у меня напарники, они все уже. Они практически уже слились. Я не знаю, как они выживут. И как мы будем биться дальше, это вообще непонятно. Это вообще непонятно. Ёлки-палки. Вот это да, ребята. Вот это заруба. Так, восстановление. Тихо. Нужно цели слить. Я думаю, сейчас я попаду на эту улицу, и, возможно, мы сейчас пробьем. Так, за мной кто-то едет. Он заезжает с тыла. Сваливай от него, ну. Так, я стреляю по целям. Одного грохнул. Еще по одному попал. Вот этого надо убить. Гад такой, а. Да. Так, с миномета слил. Попал. Ребята, едем. Ну. Капец тут народу. Жесть просто вообще. Где моя команда? Меня высаживает. Где-то непонятно. Так, у нас полтора осталось танка практически. Полтора танка. Один уже на ладан дышит, уже все. А второго нужно слить. Если мы сейчас их убьем, то мы выиграем. Мы победим. Нам не имеет смысла со всеми сражаться. Нам нужно просто слить тех вот этих вот... Вот этих вот гадов, ну же. А, не могу с миномета. Или могу? Да, одного убрал. Так, ну же, отъедь. Отъедь как-нибудь так, чтобы я попал. Нет, там вообще не пробиться. Может быть, нужно забор снести, а? Можно здесь забор сломать? Да, прекрасно. И... Да ладно, ему осталось-то совсем немножечко, но... Да! Операция прошла успешно. Задача, нужно было просто уничтожить эту цель. Но пробраться к ней было крайне трудно, дорогие друзья. Вот такие вот у нас интересные здесь задания. Infinite Tanks. И, собственно, довольно прикольно их выполнять, потому что ты приезжаешь в город и не знаешь, с какой стороны на тебя вылетят соперники. Очень много танков, которые прямо... стараются тебя слить, и ты должен двигаться дальше. Ребята, если нравится Infinite Tanks, обязательно поддерживайте серию нашим лайком. Пишите в комментариях ваши идеи по прохождению. Может быть, как-то прокачать еще можно каким-то образом наш замечательный танк. Ну, а я буду с вами прощаться. Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, вам удачи. Подписывайтесь на YouTube-канал, если вы у нас впервые. Всем счастливо и пока-пока!